Осенью, когда весь мир обсуждает весну-лето следующего года, речь идет о модных показах ведущих кутюрье, которые проходят один за другим в мировой столице фэшн-индустрии Милане. Дизайнеры максимально стараются удивить фотографов, критиков и просто зрителей яркими шоу и необычными декорациями. Пожалуй, неделю моды по праву можно назвать одной из самых насыщенных, как с точки зрения количества модных показов, так и с точки зрения разнообразия стрит-стайлов. Итальянская палата моды очень тщательно готовится к этому событию. В этом году модные показы проходят с 20 по 26 сентября. Свои творения продемонстрируют как ветераны итальянских подиумов, так и новые гости столицы. Неделя моды уже не в первый раз начинается показом итальянской марки русского дизайнера Сергея Гринько. Итальянская палата моды даже назвала его одним из самых преуспевающих дизайнеров. Съемочные группы уже настраивают свои камеры и фотоаппараты. Следите за репортажами и модными обзорами. Наконец мы попали в закулисье модных показов. Здесь очень большой хаос. Журналисты и фотографы ждут своей очереди, чтобы взять интервью дизайнера. Я в том же числе. Сергей, итальянская палата моды назвала вас одним из ведущих и перспективных дизайнеров. Что вы скажете по этому поводу? Ну, это немножечко экзюрато, как говорят по-итальянски, слишком завышено. Но, тем не менее, мы пытаемся осчастливить клиентов на международном рынке. Скажите мне, пожалуйста, а кто такая женщина Гринько? Женщина со своим стилем, независимая, которая не боится показать свои внутренние какие-то и эффектные качества. У вас есть какая-то любимая особенная вещь из новой коллекции? Да, это новые ткани, которые, в принципе, меняют цвета в зависимости от UV солнечного цвета. То есть цвет на улице в тени – это черно-белый. И какие расцветки будут в моде в следующем году? Я не отвечаю за всю моду, но я скажу, что пастельные тона мне всегда были приятны. Спасибо большое. Я желаю вам удачной модной недели.
моды в Милане богата не только показами, а также и образами стрит-стайлов. Вот я нашла здесь парня, который очень красиво одет, и задам один вопрос. Dimmi, da cosa ti sei ispirato per il tuo look? Il mio look è stato preso principalmente da Vivienne Westwood e da Balenciaga, l'ultima collezione che ho fatto. Mi piace molto questo stile un po' punk, un po' alternativo, qualcosa di che riprende le sottoculture passate. Quindi mi sono ispirato un po' a questo, anche con le spille e le catene. Grazie mille, buona fortuna. Ogni designer ha un suo stile. Il tuo come lo definiresti? Ma il mio è uno stile contemporaneo, moderno, cool, che parte dai materiali. Le mie sono delle forme architettoniche che fanno riferimento a diciamo a abiti vagamente retro, però contaminati con tantissima tecnologia. Quindi mi sono divertito a utilizzare dei materiali inconsueti come la vernice, come la seta manocarta, che però sono stati plissettati, ricamati, resi assolutamente fruibili. Da dove prendi l'ispirazione per la tua collezione? Ma questa ispirazione nasce da un viaggio alle Hawaii, dove ho acquistato un capo vintage stampato, e da lì è partita proprio tutto il mondo di questi colori bold, di queste stampe dai colori piatti, che comunque hanno divertito e hanno poi contaminato tutta la collezione, insieme a quello che mi è più caro, quindi i tessuti maschili, questo contrasto fra maschile e femminile, fra il casual e l'elegante. Tutti elementi che alla fine creano capi assolutamente innovativi. Cosa diresti per i nostri fashion victim russi? Che io so che la Russia ama molto il Made in Italy, infatti abbiamo tanti clienti in Russia che continuano a seguirci, perché il nostro è un prodotto artigianale, noi non siamo un grosso brand, quindi produciamo realmente tutto in Italia, e con diciamo capi che non sono inflazionati, ma che sono quasi sartoriali, proprio frutto di tantissima ricerca. Grazie mille, in bocca al lupo per la sfilata.